Брест, а прямо сейчас на связи Могилев. Там этот День Победы уже отмечен как самый многолюдный. Несмотря на большие выходные, многие остались в городе, чтобы прийти на главные торжества, на митинги памяти к обелискам в парке, где сейчас продолжаются концерты. О том, чем запомнился этот день для жителей восточного региона, знает Андрей Ястребов. Андрей? Могилев 9 мая по традиции праздничный и торжественный, а фраза «С праздником Победы» стала главным приветствием дня. Количество букетов, которые сегодня были подарены ветеранам, просто не сосчитать. Традиционно праздник начался на мемориальном комплексе «Буническое поле». Почтить память и поклониться подвигу солдат сегодня сюда пришли сотни людей. Среди них, конечно же, ветераны. Мы живем под мирным зонтиком 71 год. Это большая заслуга. Этот день самый дорогой в нашей жизни. День, которым мы гордимся и благодарим судьбу за то, что он дал нам свободно жить. По главной улице Могилева в сопровождении оркестра герои дня, ветераны, участники праздничного шествия проехались в раритетных военных автомобилях. Поздравляем всех ветеранов с победой. Мой дедушка воевал, и я горжусь, что мы победили. Моя бабушка тоже воевала, она была медсестрой и выносила раненых с поля боя. Спасибо ветеранам вам за нашу победу. Настоящая солдатская поляна развернулась в Печерском лесопарке. Здесь, как и много лет назад, можно было посидеть у костра, попробовать солдатскую кашу, послушать фронтовые песни. Для ветеранов сегодня пели и самые маленькие жители Могилева. Дети не упустили такого шанса еще раз выразить слова благодарности тем, кто завоевал мир на небо на несколько поколений. Андрей Ястребов, Василий Фаталиев, агентство теленовостей «Могилев».